Какие девушки нравятся парням? А как оказалось, батю смотрят не только мальчишки. И вот один из вопросов. Батя говорит, ну а вот какие девочки нравятся парням? Ну как вот такой стать? Оказывается, девчонки тоже заморачиваются, представляете? Ладно, открою секрет. В школе, в институте, да и в целом по жизни парням нравятся все девочки, которые обращают на них внимание. Абсолютно все. Другое дело, когда мужики становятся старше и там самостоятельнее, начинают зарабатывать бабки, но мы уже начинаем, ну, как-то выбирать. А в подростковом возрасте нет. Хотя про возраст это лишнее. Честно говоря, если мужик не самостоятельный, любой комплимент от девушки, которая находится рядом, ну все. Нам, мужикам, вообще редко говорят комплименты. Это девочки там привыкли их слышать по 100 раз на день. А нам сказали один, и мы, ну, сдались. В общем, парням нравятся. Худые и толстые. Веселые и грустные. Умные и тупые. Короче, видишь, парень чуть-чуть подкачанный. Скажи, вот это у тебя бицепсы. А можно потрогать? Итак, поверь мне, он даже перестанет дышать.